Таштыбский район не самый густонаселенный в республике. Проживает здесь сегодня более 15 тысяч человек. Но даже на такое количество две машины скорой помощи крайне мало. Сегодня медработники с радостью осматривают новый УАЗ. Оказание первой помощи на ходу, экстренная помощь, остановка кровотечения, там сразу можно капельницу. Самое главное, чтобы машина новая была, чтобы была безотказная, потому что, к сожалению, бывают частые поломки. Надеюсь, что с этим автомобилем у нас таких проблем не будет. Такая же таблетка сегодня ушла и в Ширинский район. В отделение скорых Саяногорска, Черногорска, Сорска и Абакана поступили «Газели». А вот гараж санавиации республиканской больницы пополнила реанимация на колесах. В среднем за месяц такие спецмашины совершают около 30 выездов. Нет нетранспортабельных больных. То есть забираем тяжелого пациента и везем в Красноярск, Кемерово, Томск, Новосибирск. Это производится автомобильным транспортом санитарной авиации. В рамках госпрограммы спецтранспорт в регионы направил федеральный центр. Всего более 1300 машин. Хакасии достало сразу 7. Программа это не заканчивается. Это очень важно, потому что на самом деле машины скорой помощи – это возможность работать над улучшением даже и демографической ситуации. У нас уменьшилась младенческая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Мы в бюджет за счет собственных средств тоже будем закладывать дополнительные средства для того, чтобы, может, 10-15 машин за счет бюджета ежегодно обновлять парк бригад скорой помощи и вообще медицинских учреждений. Планы же на ближайшую перспективу – направить в районы еще 5 новых авто для скорой помощи. Их ждут из Москвы в республике уже к концу года. Марина Канадакова, Наталья Гармашова, Игорь Брюханов. Вести Хакасия.